многие уже, наверное, решили, какие салаты поставить на новогодний стол. Ну а Светлана Кошеренкова подскажет, на чем эти салаты нарезать. Доброе утро! Не знаете, как вернуть прежний вид разделочной доске? Сегодня я вам покажу маленькую хитрость. Итак, нам понадобится соль и лимон. Посыпаем солью нашу доску. Теперь берем лимон, немножко капелек и начинаем втирать. Ну а теперь сполоснем доску под водой. Соль помогла вернуть прежний вид доске, а лимон устранил неприятный запах, например, от рыбы. Вуаля! Yeah!